Дорогие друзья, ну и самыми терпеливыми сегодня, в течение всего праздника, оказались дети. И давайте мы этих детей сейчас встретим огромнейшими аплодисментами, потому что прямо сейчас они выходят на этот слава! Разных конкурсах. Рисуем, поем, танцуем. И хореографией занимаемся. Мы занимаемся всем, очень интересно заниматься. Мы любим одинаково и петь, и танцевать, и рисовать. И у нас хорошо получается. Домашнее обучение. Мы и школьными уроками, и пением, танцами, и рисованием занимаемся дома. К нам приезжают разные учителя и занимаются с нами. Нам нравится. Последний конкурс мы выступали в Италии. Заняли первое место по народным песням. Я больше старательно очень занимаюсь пением, потому что думаю, что в будущем я стану оперной певицей. Мы очень рады, то, что мама нас возит на разные мероприятия, конкурсы. Чтобы мы лучше подготавливались к выступлениям, чтобы мы лучше чувствовали себя на сцене перед зрителями. Как бы подготовка к будущим успехам. И вот мы выступаем, мы не только для других делаем, не добро, а приятное, и для себя тоже. Вчера вы выступали, это называется благотворительный марафон, да? Да, это когда с концерта там платят деньги, их куда-то собирают, чаще всего это бывает на лечение детям. Вот вы такие маленькие, уже вы благотворительностью занимаетесь.
Вот я просто восхищаюсь даже вами, что вы поехали, спели, и очень красиво, прям публика вас поддерживает. Дай Бог вам всем здоровья, в том числе и маме, и всем, кто вас поддерживает. Спасибо. Спасибо.